Всем привет! Меня зовут Мария Миронеевич, и вы на канале «Как похудеть». Я похудела уже на 35 килограмм. Вчера был мой отчетный день. Я так счастлива. Счастлива, что могу разделить свою радость с вами. И, конечно же, для того, чтобы вести здоровый образ жизни, для того, чтобы отлично себя чувствовать и снижать свой вес, нам нужно питаться. Питаться нам нужно вкусно, полезно и желательно быстро, потому что я не люблю долгие какие-то замудренные рецепты. У меня в руках блендер. Мы с вами приготовим быстрый вкусный суп-пюре. В одной кастрюле посуды пачкать много тоже не будем. Приготовим все быстро и очень-очень вкусно. Итак, что же нам понадобится для нашего быстрого овощного супчика-пюре? Конечно же, супчик будет вкусным, ароматным, благодаря тому, что мы добавим туда лук, морковку, сладкий перец и помидорку. Еще я нашла совсем немного грибов, здесь 150 грамм, но они тоже будут для вкуса, для аромата, будет замечательно. Чтобы наш супчик не был слишком легким, жидким, приносил нам и легкость, но и насыщение, чтобы мы себя отлично чувствовали после него и не было голода, мы будем использовать чечевицу, она отлично разваривается, дает нам сытость и содержит достаточное количество белка. А это кускус, мы его тоже добавим, он очень быстро разваривается за 2 минуты. Тоже он нам нужен для сытости. Напоминаю, что это кускус. Крупа из муки твердых сортов пшеницы. И отлично подходит и для здорового питания, и для снижения веса, и для сытости. Она нам пригодится. Так как мы ведем хозяйство экономно, мы ели 2 дня рыбу, дети у нас ели гуляш из индейки. Несколько кусочков у нас осталось, поэтому когда мы будем разбивать наш суп, превращать его уже в пюре, в блендере, я добавлю мясо. Вы, конечно, поступаете так, как нравится вам. Можете добавлять мясо, можете не добавлять. Это уже дело вкуса. Конечно же, для того, чтобы пассеровать овощи, нам понадобится растительное масло. Я использую самое обычное подсолнечное. Для вкуса мы добавим немного, здесь у меня смесь перцев. Конечно же, в самом конце я заправлю своей любимой копченой паприкой. И соль, конечно же, мы будем использовать по вкусу. Итак, я уже взялась за нож, а это значит, мы уже начинаем. Кастрюля у меня стоит уже на плите. Сейчас мы наливаем туда растительное масло немного, включаем самый медленный огонь и начинаем постепенно добавлять туда овощи. Я уже налила немного растительного масла на дно кастрюльки. Мы будем готовить все в одной посуде. Это очень быстро, экономно и меньше посуды мыть в конце концов. Первым я режу лук. Вы можете делать так, как нравится вам. Я так привыкла. Лук я режу самым обычным кубиком. И сразу же после нарезания я его отправляю в кастрюльку, чтобы он уже начал золотиться. Лук я уже нарезала своим кубиком, которым я умею, и отправляю его в кастрюльку. Напоминаю, она у нас уже стоит на огне на самой медленной скорости. Да, я так говорю. Следующим я нарезаю перчик. У меня вот такой зеленый, потому что он сейчас по приличным ценам в магазинах, поэтому я его использую. Конечно, это не самый сладкий перец, но зато он дает отличный аромат. Аромат лета. И это уже отлично. У меня было 2 сладких перчика, я их нарезала. Конечно, чем больше у вас есть овощей в наличии, тем вкуснее, ароматнее и полезнее получится супчик. Отправляем туда перчик. И сейчас я сразу же добавлю грибы. Потому что они замороженные, им тоже нужно время. И как раз они обжарятся вместе с луком и перчиком. Уже, мне кажется, очень красивый по-летнему зеленый цвет, это классно. Отправляем. У меня опята, можно с грибами, с другими. Если у вас есть в наличии свежие, можно вообще без грибов. 150 грамм, ну это не серьезно, сейчас они еще растают, и от них мало что останется. Но аромат, это уже неплохо. Я уже взялась за сладкую ароматную морковку. Кстати, когда добавляете грибы, если замороженные, немножечко прибавьте газ для того, чтобы все происходило быстрее, потому что на медленном огне это будет очень долго. Морковку мне нравится натирать на мелкой терке. Вы поступаете так, как нравится вам. Можно порезать ее, можно на крупной терке. В общем, тут дело вдохновения. Вот так аппетитно выглядят наши овощи. Мы уже отправляем к ним морковку, которую я натерла на мелкой терке. Все, теперь нам нужно, чтобы немножечко вода, которую выделили замороженные грибы, выпарилась. И это время мы потратим на то, чтобы нарезать помидорку. Вот так уже красиво выглядит наша
овощная заправка. И сейчас уже буквально через 10 минут у нас будет готовый вкусный ароматный летний суп. Следующим этапом я нарезаю помидорку. Нарезаю тоже тем способом, который в моем исполнении называется кубиком. Мы добавляем помидорку в нашу красивую яркую поджарку. Становится уже совсем вкусно. Ароматы просто чудесно распространяются по моей кухне. И самое главное, что все это очень быстро и в одной посуде. А результат, как всегда, будет восхитительный. Сейчас я убавляю огонь. Грибы наши уже растаяли. Буквально 5 минут пассерую. И будем доводить наш классный ароматный летний супчик до готовности. Прошло 5 минут, наши овощи готовы. Они выглядят уже вот так. И мы с вами на заключительном этапе добавляем воду. Я добавляю воду прямо из фильтра, поэтому наливаю вот такой плошечкой. Теперь мы не ждем закипания воды и добавляем чечевицу. Чечевицу, конечно, я предварительно помыла. Я добавила чечевицу, не дожидаясь закипания нашего овощного бульона. Теперь я добавляю кускус, и это все варится у нас еще всего лишь 5 минут. Потом мы добавляем паприку, перец, соль, все это по вкусу. Естественно, вы добавляете те специи и приправы, которые подходят и нравятся именно вам. Кускус мыть не надо, я его, естественно, читайте то, что пишет производитель на упаковке, у меня такой. Сейчас супчик закипит, поварится 5 минут и будет классный результат. А потом мы его с вами еще и превратим в супчик-пюре. Это будет классно. Итак, вместе с закипанием воды и до готовности чечевицы и кускуса прошло 10 минут. Посмотрите, как все отлично разварилось. Будет классный бархатистый супчик-пюре. Благодаря этому он будет очень сытный, несмотря на то, что мясо мы добавим туда просто отдельно, он не на мясном бульоне. Теперь пришло время посолить по вкусу. Я добавлю вот так чайную ложку соли. Дальше уже, если кому-то понадобится, досолят в тарелке. Немного перца. Напоминаю, у меня смесь перцев. И, конечно, мою любовь, копченую паприку. Так щедро я ее добавлю, потому что она отлично сочетается с овощами и с кускусом, и с чечевицей. Это очень вкусно и ароматно. Вот так выглядит наш супчик. Для того, чтобы кувшин блендера не расплавился, порцию, которую мы будем есть на обед, мы, конечно же, охладим и покажем вам уже красивый готовый результат. Итак, мы уже будем делать супчик-пюре, все готово. Суп я налила то количество, которое нам необходимо для обеда, в контейнер, поставила под холодную водичку. Все просто очень у меня получилось. Я его остудила, он теплый, кувшин мой не расплавит. И мясо я уже отправила в кувшин. Сейчас я туда добавлю немного супа, потому что в тот раз я все кинула вместе, и у меня мясо не доблендерилось, наверное, можно сказать, было более крупными кусочками. Поэтому в этот раз я решила попробовать сделать вот так, чтобы все было более однородно и действительно суп-пюре, а не суп-пюре с кусочками мяса. Начинаем приготовление нашего супа-пюре. На первом этапе мы немного супа добавили и взбиваем его с мясом. Если нет мяса, просто сразу наливайте весь объем и делайте суп-пюре. У меня есть мясо, поэтому вот так мы делаем. Постепенно я прибавляю скорость блендера и надеюсь, что в этот раз мясо будет однородно. Мясо с супом превратилось вот в такую аппетитную однородную массу. Теперь мы добавляем наш суп-пюре в чашу, в кувшин, и будем уже доводить все это дело до конца. Надеюсь, что младшая дочь это тоже поест, не распознает кусочков овощей. В общем, попробуем. Опять устанавливаем кувшин на кухонную машину и доводим наш супчик-пюре до готовности. И я вам покажу, как красиво зелени он выглядит, потому что аромат замечательный, там много овощей. Копченая паприка – это очень по-летнему, очень вкусно, полезно и сытно.
Итак, супчик готов. Я готова представить его вашему суду. Посмотрите, какой классный, аппетитный, действительно суп-пюре. Легкий, вкусный, сытный, ароматный, летний, овощной и очень-очень полезный суп. Я надеюсь, что этот супчик вы возьмете в свою копилку, потому что он правда очень вкусный, очень быстрый. Не надо много посуды использовать, соответственно, мыть ее потом. Потом я знаю, что вы любите наши рецепты, потому что они вкусные, простые, доступные и полезные. Это очень важно. Конечно же, для того, чтобы оценить нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Нам будет очень приятно. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Нас огромное количество, у нас классное позитивное сообщество. Мы всегда на позитиве, с улыбкой. Мы делаем зарядку, готовим, говорим о снижении веса, о здоровом образе жизни, без стереотипов и без скучных слов. Также нажмите на колокольчик для того, чтобы знать, что новое видео уже на канале. С вами была Мария Мироневич. Всем добра, любви, ну и, конечно, классного, простого, легкого и очень вкусного супа-пюре.